Привет-привет, мои дорогие друзья, с вами Лилия Донскова, и сегодня я вам покажу свой второй заказ из каталога Oriflame номер 10. Заказ на 146 баллов, и мне прислали два подарка за 1 рубль, тренога, и за 1 рубль зеркало с подсветкой. Я еще не открывала, сейчас вместе посмотрим, что это за чудо. Откуда такие подарки, знаете? Если вы участвовали в акции, которая проходила у нас в прошлом каталоге, то вы точно знаете. Так, здесь у нас есть зарядка лежит. Сейчас я наверное, так быстро не пойму, как им пользоваться. Это надо, чтобы Миша его мне собрал, потому что здесь как-то вот это все вставляется, вот так вот она крутится. Я просто боюсь. Вот сюда вставится зеркало, вот так поставится, и будет потом светить. Сейчас оно не светит, потому что, скорее всего, разряжено. А сзади есть еще маленькое зеркальце увеличительное, представляете? Сколько всего классного. Очень хотела зеркало с подсветкой, потому что когда делаешь макияж, очень важно, чтобы было хорошо освещено лицо. Иначе, особенно зимой, у меня такое сколько раз было, я накрашусь перед зеркалом в темноте, потом подхожу зеркалом к окну, смотрю, и я в ужасе, тут не растерла тон, тут лишнего. Это, конечно, катастрофа. С таким зеркалом, я думаю, у меня будет супер макияж. Буду уже пробовать скоро. Так, отодвигаю его немножко в сторону и заказала себе еще треногу. Итак, откуда это все взялось? Нужно было приглашать новичков в команду, и все заказы, которые делают новички, они нам суммируются, это называется спонсорские баллы. И накопилось у меня 800 там с чем-то спонсорских баллов, сейчас уже еще их больше добавилось. И я вот заказала себе несколько продуктов из как раз из этого предложения. Три продукта вот за 100 баллов зеркало, за 100 баллов вот такая вот классная тренога. Как раз то, что нужно, когда я снимаю видео, такие вот маленькие какие-нибудь эфиры, чтобы мне телефон поставить. У меня не было вот такой вот классной треноги, теперь она есть, и я смогу снимать видео, чтобы у меня не дребезжала камера, чтобы было лучше качество. Все для вас, мои любимые. Вот такая вот тренога. Еще мне придет рюкзак, он пока зарезервирован, и один подарок, я даже уже забыла, что это, но он уже пришел. Этот я вам уже показывала. Итак, сам заказ, основной заказ. У меня заказали два крема серии Optimus осветляющие. Ажиотаж начинается, потому что после того, как началось лето, пошли загорать, не берегли кожу, не мазали солнцезащитным кремом, у девчонок полезли пигментные пятна. Вот теперь у меня будет популярная серия, как раз та, которая борется с пигментацией. Несколько зубных паст, несколько, это вот 4, 5, и они, по-моему, у меня практически все под заказ. Да, вот все пасты под заказ, по-моему, все достала. Вот 6 пасточек разные, по-моему, они сейчас идут по акции, очень выгодная цена, поэтому пастами можно прям затариваться, потому что в последнее время они были так 129 рублей, 149 по 99, мне кажется, 100 лет уже не было. Отличная цена. Со спецпредложения я тоже заказала несколько продуктов. 5 биби бальзамов, это лучшие бальзамы, которые я пробовала в жизни. Стремитесь всегда быть в премьер-клубе, чтобы иметь возможность заказывать из этого классного каталога. От 100 баллов, если вы делаете заказ, то вам на второй неделе каталога становится доступен премьер-клуб. Итак, биби бальзам собственной персоны, 5 штук, все себе. Хотела больше взять, потом подумала, вдруг срок годности маленький, сейчас посмотрю, какой срок годности. До апреля 22 года можно было брать и больше. Это самый крутой бальзам, который я когда-либо пробовала, потому что когда у нас вышел АЗ бальзам, я сначала, он мне понравился, когда я его дегустировала в бизнес-центре, я понюхала, он так приятно пахнет, что-то мне даже какой-то ностальгия включилась, показал запах приятный, какой-то знакомый. Но когда я к себе заказала этот АЗ бальзам, стала им пользоваться, во-первых, этот аромат мне сильно быстро надоел, он такой навязчивый, и он преследует, и во-вторых, у меня от него горчит во рту, то есть я его наношу на губы, и вот так губы облизала, и у меня прям горечь, я им не могу пользоваться. Единственное, где я его смогла использовать, это когда я загорала просто во дворе, я
не трогала вообще губы, я ни с кем не разговаривала, я просто молча лежала, я его мазала, потому что у него высокий SPF фактор 30, по-моему, или 35, и я его наносила как защиту на губы, чтобы губы не портились от солнышка, потому что всем уже известно, что солнце это сильный враг нашей кожи и стоит на первом месте по факторам. Первое место по старению кожи, по влиянию на кожу, состаривает ее, вот так. Клиентка заказала крем Giordani Gold Essence. Я говорю, а какой аромат крутой. Она говорит, я не могу себе позволить, это очень дорого. Я говорю, дезодорант, у вас будет парочка, а в следующем каталоге будет маленький 8 миллилитров аромат пальчиковый за 299 рублей. У нее глазки загорелись, она говорит, заказывай, сейчас, говорит, начну этим пользоваться, а на следующем каталоге закажу аромат. То есть смотрите, ребят, мы всегда делаем допродажу, то есть предлагаем человеку что-то. Вот, например, заказали зубную пасту, предложите щетку, заказали крем, предложите, обязательно спросите, а чем умываешься, тонизируешь, там ночной есть ли крем и так далее. То есть заказали крем, предлагаем усилить аромат и обойтись без дорогого парфюма, будет пахнуть очень круто. Крем невероятный, на самом деле этот аромат мой любимчик, Giordani Gold Essence. Я всегда говорю, если в Oriflame отнимут у меня все ароматы и скажут, оставь себе только один, я оставлю его, вот реально, это мой самый вкусный аромат. Full Moon заказали, тоже дала подегустировать свой, вот заказик. Дальше заказали еще один аромат, On the Edge. Edge. Очень вкусный аромат. Кстати, клиентка заказала без дегустации, просто почитала описание, потерла, по-моему, страничку, или даже не знаю, есть ли там вот это окошечко, где потереть, и заказала. Она говорит, мне кажется, он такой классный. Я говорю, ну я дочке такой уже 3 раза покупала, сейчас новый она недавно открыла, нам он очень нравится, и я сама иногда такая подойду, чик-шик. Ну, у меня свои есть любимчики, но этот мне очень тоже нравится аромат. Так, опять же, еще одна зубная паста, классно, вот сюда ее поставлю. Так, крема для рук тоже заказала клиентка, кстати, я где-то рассказывала, по-моему, на прямом эфире. Я захожу в организацию, моя любимая клиентка выходит, говорит, о, привет, привет, я себя сегодня не люблю. Она так говорит, я себя люблю, это значит, она делает заказ, и она такая, я себя сегодня не люблю. Я такая, что это, вы себя не любите? Она говорит, Лилечка, всего набрала, всего полно, немножечко поэкономлю. Я говорю, окей, как скажете. В результате экономия составила 2 крема для рук, тот и другой взяла. Смотрите, 150 миллилитров объем, очень хорошее предложение, оба крема классные. Если вы меня спросите, Лиля, какой лучше, я не знаю, мне они оба нравятся, я беру то один, то другой. И смотрите, что удобно, у них крышечка откидывается, то есть не надо откручивать этот баллон, видите, крышечка, тык, откинули и все, и выдавили немножечко, захлопнули, не надо крутить. Вот для меня это очень привлекательно, когда такая упаковка. Так, далее, кстати, представляете, она заказала 2 жидких мыла, одно вот Essence and Co. А, подождите, да-да-да, оно появилось позже, и я получу заказ еще один в понедельник. Все, я вспомнила, когда я делала заказ, жидкого мыла не было с лимоном и вербеной, я так расстроилась, потому что я его себе хотела еще один заказать, и не было часов желтых, которые мне тоже заказали. Я так расстроилась, представляете, на следующий день захожу на сайт, все появилось, и жидкое мыло с лимончиком, 2 штуки заказала, и часики, еще чего-то там не было на складе, все появилось, видно, пришла поставка, и я быстренько отправила свой заказ, и в понедельник получу, покажу, там тоже такой приличный заказик. Жидкое мыло очень крутое, оно с натуральными маслами. Это у нас с кардамоном и хлопком, приятный аромат, потрясающее мыло. Но я почему-то больше люблю лимончик, знаете почему, скажу вам сейчас. Вот у меня сейчас вот на кухне, я сижу прямо напротив кухни, у меня стоит с лимоном мыло жидкое. Вот представьте, вот на кухне вы же постоянно возитесь, кто лук, кто рыбка, да, ну какие-то вот продукты, которые пахучие, травы какие-то, они все впитываются в руки и потом пахнут, чеснок, например, тоже. Я мою этим мылом руки, они пахнут лимончиком и свежестью.
Вот имейте в виду, кто-то скажет, это дорого там покупать такое мыло. Ну да, оно не дешевое, но в этом каталоге, кстати, на него огромная скидка. И вот оно реально самое приятное из всех мыл или мылов, как правильно, не знаю, которые есть в Oriflame, потому что ну эффект потрясающий, при том что кожа не сушит. Также с премьер-клуба я заказала аромат Flamboyant, клиентка его сегодня мне заказала по каталогу. Классно будет, будет ей такой аромат. Наконец-то у нас появились на складе маски. Запишу видео, посмотрю, как у меня будет. Вы знаете, я смотрела видео моей любимой Оленьки Поляковой, она делала эту маску, у нее так покраснело лицо, честно говоря, я испугалась, потому что я хотела прям взять штук 10, думаю, такие классные маски и дарить можно, и самим пользоваться очень удобно. У меня дочка любит всякие маски, чтобы они были разные, какие-нибудь прикольные, ну и я тоже, естественно. И я вот взяла одну на пробу, я посмотрю, как у меня кожа отреагирует. Если вы пробовали, напишите у вас, как кожа среагировала, потому что ну, для меня важно, чтобы как бы, понимаете, у меня кожа не такая уж чувствительная, чтобы она реагировала негативно на какие-то прям малейшие там неполадки, да, или какие-то там активные компоненты. Но мне интересно, почему ваш опыт, у меня же много тоже клиентов, есть команды, чтобы я могла сказать, что, например, если у вас такая-то кожа, вам ни в коем случае лучше этого не брать. То есть мне может быть хорошо, а кому-то совсем не очень. Вот поэтому прошу делиться. Так, что здесь? Целый набор огуречный, я даже не помню, что здесь. Здесь, по-моему, и гель, крем-гель, потом маска и скраб. Вот, смотрите, сколько всего. Сейчас тоже идет на них акция, на эти продукты. И заказала клиентка вот с этим ароматом. Вот у нее такой вот наборчик небольшой. Но все равно, вот смотрите, одна клиентка заказала небольшой наборчик, другая, да, там вот 2-3 продукта. Вот всего 5-7 клиентов и складывается заказ почти 150 баллов. И это еще не все. Заказали 2 геля для интимной гигиены. Одна девочка идет вот сюда, к этим кремам. А это ее коллега. Так, заказали, ой, еще одна маска, значит я две все-таки взяла. Так, это у нас маска скраб и к ней мыло тоже, это одна клиентка, вот подруга вот этой, смотрите, вот по чуть-чуть каждый. И что получается? Так, заказали две туши 5 в одном, надо будет, кстати, их в запас взять. Это подводка Giordani Gold. Тоже, вы знаете, как интересно, мы сидели, я с клиентами присела, мы болтали, и вот вроде бы никто ничего не хотел, в результате одна заказала 6 наименований, другая 3, сразу у меня с собой туши были, туши разобрали, помаду посмотрели, кстати, помаду, помада сюда, вот к этой девочке, которая сказала, я себя сегодня не люблю. Так вот, и вдруг одна женщина говорит, я вспомнила, мне подводка нужна, у вас есть подводка? Я говорю, а вы... Она говорит, мне надо стрелки чем красить. Я ее сразу спросила, вы каким любите способом красить стрелки, карандаш, подводка или линер типа фломастера? Она такая, я люблю подводку. Я говорю, а кисточку какую любите? Вы же знаете, что у нас две подводки, одна в серии On Color, а вторая вот как раз Giordani Gold. Она говорит, я люблю тонкую и длинную. Я говорю, тогда вам надо Giordani. Открываю каталог, она как раз со скидкой. Вы знаете, она просто тут же достала деньги и отдала вот гель, вот это заказала, и тушь у меня она сразу забрала, которая была. Так, и заказали еще со спецпредложения смягчашку с миндалем. А, это я себе взяла, потому что с миндалем давно не было такого аромата, я так по нему соскучилась, честно говоря. Вот сейчас медовым пользуюсь, смягчающим средством, мне так радостно, потому что до этого у меня были всякие там красненькие с клюквой, по-моему, синенькие, какие-то вот ягодные, мне чего-то захотелось такого вот, мед, миндаль, и как раз смотрю, миндаль со скидкой, я его взяла. Смягчающим средством я каким образом пользуюсь? Во-первых, я им постоянно мажу кутикулу, мне очень нравится, как смягчаются ноготочки, хотя я и маслом для ногтей пользуюсь, но порой масло с собой не беру, а это у меня всегда в сумочке. Я мажу локти, стараюсь на ночь всегда помазать, но не всегда помню, иногда забываю. Я иногда даже мажу руки, вот когда я много что-то делаю, например, много-много возилась в воде, может быть, вот сейчас идет, вот овощи, фрукты всякие, буду много мыть, я потом вечером я прям наношу толстеньким слоем, даю впитаться,
кожа восстанавливается, наполняется влагой, питанием. Вот, люблю, пятки мажу, иногда бывает, что чувствую, что им надо прям дать ударную такую дозу питания, смягчения, кутикулу на ногах, на пальчиках, то есть в принципе везде. А зимой у меня бывает такое, что кожа как бы вот чувствуется, что ей надо больше влаги, и я даже мажу вот тут вот вокруг глаз, мажу вокруг губ, вот это вот, да, где вот подсушивается вот вокруг носика, потому что ну как-то все равно бывает такое, что ощущение неприятное. Палочка-выручалочка, вот прям вот рекомендую всем. И завершает наш обзор, три продукта положили в заказ за то, что я заказала со спецпредложения, то есть с каталога премьер клуба. Пробник тональной основы The One, Aqua Boost, кстати, обожаю эту тональную основу, она у меня сейчас на лице, последнюю капельку сегодня выдаю. Пробник помады и пробник аромата Live in Color. Подождите, а его, по-моему, сняли с производства. Ну вот положили просто маленькие какие-то подарочки, ну пусть будут, ладно. Как говорят, дареному коню в зубы не смотрят. Все, пустая коробка, и я с такой кучей продукции, которую я всю практически раздаю тут для себя, вот буквально вот маски и смягчашки и бальзамчики. Все остальное под заказ. Вот так я классно поработала. Просто пошла и пообщалась с клиентами. Вы знаете, очень важно, когда вы клиентскую базу себе создаете, фокус ставить не на том, чтобы собрать большой заказ, а на том, чтобы подружиться с клиентами и завязать с ними хорошие теплые отношения. Потому что вот смотрите, буквально как вот многие, да, говорят, что нашел клиента, его потерял и так далее. Вот чтобы не терять клиентов, чтобы их не уводили другие консультанты, нужно просто с ними заводить хороший, теплый, крепкий контакт, открытые отношения. Я практически всем клиентам предлагаю скидку 20%, то есть оформить дисконт, объясняю, где получить заказы. Кто-то говорит, да, я хочу, мне это интересно, кто-то говорит, ой, нет, это ездить, куда-то забирать, отправлять, нет, мне так нравится, ты приходишь и все. Да, отлично, хорошо, я буду продолжать приходить. Но такой человек, он не уйдет. И он будет ценить наш труд, да, что мы приходим, приносим, обслуживаем, рекомендуем, подсказываем, что брать, что не брать и так далее. Вот. Все вам рассказала. Пишите в комментариях, что было для вас полезного в этом видео, какие у вас любимые продукты. Поделитесь, как вы находите клиентов, как вы с ними общаетесь, то есть как вы работаете с клиентами. Может быть, у вас есть какие-то свои фишки. Делитесь, я думаю, будет многим интересно это почитать. А я, если что-то интересное напишите, обязательно расскажу на прямом эфире. Спасибо вам всем огромное за внимание. До новых встреч! С вами была Лилия Донского. Цветы от моей мамули. Всего доброго вам, пока-пока!